Красивый, красивый. Спеть песню. В микрофон. Давай. Какую? Любую. Про любовь. Про папу. Про папу? А может танцевать с папой лучше? Да. Да. Наверное. Давайте здесь. Вот слушайте. Пусть споет. Нет, она сегодня споет. Мы с ней просто подберем фонограмму, она споет. А вот сейчас, знаете что? На свадьбе я проводила свадьбу у Лены, да? А папа, к сожалению, не был на свадьбе. А так хотелось, чтобы был танец невесты с отцом. Вот Леночка сейчас уже у нас, как говорится, подросла.